Вітаю вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. На що іноді бувають здатні наші земляки? Ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі і поцікавимось, в чому полягає таємниця здорового і бадьорого життя. Ми не всі сильні, але з нами легше. І це дійсно підтверджується тими ділами, які роблять ці люди. Жизнь познается в сравнении, правда? Вот. Я считаю, что хорошо, все. Все равно ты найдешь время, чтобы что-то сделать. У меня нормальное давление. И вот я повторяю до тех пор таким твердым голосом, и у меня все проходит. Як залишитись здоровим і бадьорим на довгі роки? Про це написано чимало наукових робіт. А ми з вами, друзі, на досвіді наших сьогоднішніх героїв впевнимось, що здоров'я і бадьорість в якійсь мірі залежать і від нас з вами. Але все по порядку. Друзі мої, я думаю, ви согласитесь со мною в тому, що ми, люди, ділимося на тих, кто нуждается в помощи, и на тех, кто эту помощь может оказать. Помощь может быть совершенно разного характера. И вы знаете, очень часто случается такое, что помощь оказывают те люди, которые, ну, как говорится, на внешний вид сами нуждаются в помощи. Как говорится в Святом Писании, сила Божия в немощи совершается. И сейчас мы с вами в этом убедитесь. Если пойдете с нами, идемте, посмотрим. И вот мы уже сидим за этим чудесным гостеприимным столом. Мы готовы к чаепитию и приглашаем вас, дорогие телезрители, к чаепитию с этими замечательными нашими героями, потому что о них можно говорить очень долго, но я думаю, что каждый из них скажет о себе сам, а вы, телезрители, уже сделаете свой вывод и поймете, что действительно, если хочешь кому-то оказать помощь, никогда не медли. Наталья Анатольевна, мы сейчас говорим о том, что люди оказывают друг другу помощь. Одни нуждаются в помощи, другие эту помощь оказывают. А бывает так, что на первый взгляд смотришь и думаешь, ой, да он сам нуждается в помощи. И вдруг ты начинаешь разговаривать с человеком и понимаешь, что нет, это я нуждаюсь в помощи, а этот человек мне принесет помощь. Эта помощь может быть нематериального характера, потому что помощь бывает разного характера. И вот вы сидите между двумя такими цветочками, которые сильные духом и в своих хрупких ручках держат, ну можно сказать, здоровье, духовное здоровье людей. Вы знаете, такое замечательное начало. Я очень благодарна, что вы нас посетили. У нас такой зимний день, теплый от того, что встреча. Встреча с удивительными людьми. Действительно, я неоднократно подчеркиваю, что волонтеры, которые в нашей организации, это удивительные люди. Это редкий дар. Это дар дарить другим заботу, радость, внимание, понимая, в каком находятся они возрасте, и иногда действительно сами нуждаются в этой помощи. Тем не менее, знаете, несмотря ни на какие жизненные ситуации, а у них бывает достаточно много таких ситуаций сложных, вот даже на сегодня погода, согласитесь, погода совсем не лётная. Людям этого возраста сложно преодолевать в связи с тем, что не всегда это, скажите, удобная дорога даже для хождения. Да, да, потому что, ну вот, сезонность, это мы все знаем. Поэтому стараются сделать так, чтобы, в общем-то, эти дни проходили для них веселее. То есть это общение по телефону. Допустим, вот Алла Константиновна сегодня говорит, что разговаривала с дочерью одной из наших волонтеров, у которой случился инсульт. Вот, к сожалению, такие ситуации у нас бывают, да? И тем не менее, люди, они уже взаимодействуют как одна семья. Они уже друг друга поддерживают и помогают. И мне бы хотелось остановиться на том, что сегодня, в такой день, спасибо, Ольга Николаевна пришла, открыла нам дверь, мы попали в этот наш офис. Спасибо, Алла Константиновна, все-таки мы с ней добрались к нашему месту и можем рассказать о ней. Потому что основной акцент на
деятельность нашей организации, знаете, по нашему лозунгу: мы не все сильны, но с нами легче. И это действительно подтверждается теми делами, которые делают эти люди. Спешите творить добро. Спешите творить добро. Это время, то есть это всегда этому есть место. Сейчас это время наиболее актуальное, потому что только благодаря добру, благодаря тому, что люди могут откликнуться на чужую боль, могут отреагировать на нее. И, знаете, просто, скажем так, поддержать морально – это очень важно. Не отвернуться, не повернуться спиной, а прийти вовремя на помощь. И мне бы очень хотелось сказать об Алле Константиновне Ковальской много таких слов, потому что теплых, светлых – это удивительной красоты человек. Это необыкновенная женщина, которая родилась в Николаеве, которая отдала всю свою жизнь сознательную обучению детей. То есть она педагог. Знаете, вот профессия, которая от Бога, потому что учить детей доброму, разумному, вечному не всем сегодня позволено, я бы сказала, наверное, учитывая моральные факторы. Да? Алла Константиновна сама здесь в нашей организации практически со дня основания, а сейчас еще и ее ученица здесь в этой организации. Алла Константиновна родилась в Николаеве, и война началась, когда ей было 15 лет. И если можно, вот Алла Константиновна расскажет свою историю. Я думаю, что нужно, чтобы помнили, учитывая то, что сегодня происходит, чтобы, знаете, как Конфуций говорил, изучая историю, чтобы предвидеть будущее. И, возможно, сегодня мы как никогда понимаем, насколько ценно мир, как он ценен, как он важен. И хотелось бы, чтобы мы были бережны и друг другу, потому что каждый из нас – это уникальность и неповторимость. Правда, уникальность и неповторимость. Дорогие телезрители, я хочу акцентировать ваше внимание на том, что нашей героине, Ковальской Алле Константиновне, очень скоро исполняется 90 лет. Но эти 90 лет, я не знаю, много это или мало, но судя по Алле Константиновне, это вообще ничего. И тем не менее, это целая жизнь, прожитая и которая продолжает, дай Бог, житься, житься и еще раз житься. Алла Константиновна, ваши 90, неполные 90 лет, давайте так, ваши 89 лет, жизнь, в принципе, удалась, да? Что? Жизнь удалась. Удалась. Ну, понимаете, жизнь познается в сравнении, правда? Вот. Я считаю, что хорошо, все, вот. Ну, не удалась в том, что моя заветная мечта не исполнилась, но я нашла свое дело в другом, понимаете? Ваша заветная мечта, она в чем была? Она была, чтобы стать балериной, чтобы танцевать. Потому что вот я сейчас смотрю на вот этих детишек, которые вот во дворце судостроителей, я вспоминаю себя, понимаете? Это были годы, когда я уже в 10-12 лет, я уже была знакома и с музыкой Чайковского, и Шопен, и все. Это было все, понимаете? Все для меня. Это моя душа, это было для меня моя жизнь. Но война все вот так перерезала. Да. Но тем не менее, мечта стать балериной, она с вами живет по сей день? Да, я и спортом занимаюсь, я и хожу, вот у нас есть инструктор по йоговских, вот. Я с удовольствием слушаю, я вот всасываю все это, понимаете, мне хочется это, я и дома как-то так, ну, я стараюсь так вот в форме держаться, понимаете, потому что если будешь вот так вот кислой, это уже все. Ну, вот так. Алла Константиновна, говорят, что чтобы кому-то оказать помощь, просто бывает часто нет времени или нет сил. Но скажите, это не про вас? У вас есть и силы, и время, а где находите? Понимаете, есть такое выражение. Времени всегда не хватает, так? И время, и что-то еще, боже мой, еще забыла, и денег всегда нет. Но, понимаете,
Это зависит все от твоего внутреннего состояния. Но можно что-то выкроить, деле. Понятие много, оно, понимаете, вот на столько ячеек делится, что всегда, если оно в тебе внутри, значит, все равно ты найдешь время, чтобы что-то сделать, понимаете? Найдешь все равно. И времени нет, все, но все равно, если это твое нутро, ты найдешь время, чтобы найти и дать кому-то поддержку, кому-то слово или что-то, чем-то его поддержать. Понимаете? Наталья Анатольевна, а как вы нашли или Аллу Константиновну, или Алла Константиновна нашла вас? Как соединились ваши судьбы? Я нашла. Мы нашлись. Сказали, это был какой-то, я не помню, год. Что-то мне сказали, что... И вот я пришла сюда. Меня так встретили хорошо. Вот такие доброжелательные люди, понимаете? Ну и вот так я всосалась в эту жизнь, понимаете? Вот в начале мы... Какая у нас была работа? Вот дежурим, телефон... Звонит женщина, хотя бы поговорить с ней. Помню, я дежурила, я полчаса с ней говорила, понимаете? И она, что-то я говорю, что-то она говорит, она одинокая. Ой, говорит, большое спасибо. Вот так вот, понимаете, вот казалось бы, ну что можно сделать? И по телефону можно поговорить, и что-то как-то, понимаете? Ну вот, я не знаю, у меня нет особых правил, но это все вырывается вот снутри. Мне хочется и это, я вот, мне все надо, везде свой нос сую, надо, не надо, вот. Оказывается, надо, понимаете, что-то ты найдешь, как-то ты поможешь словом, ну вот так вот. Вот даже когда я что-то говорила, математику читала, я тоже в этом, понимаете, эмоции даже мои, они... Это тоже интересно, понимаете, людям. Даже как преподнести это понятие функции, первичность, вторичность. Понимаете, это я тоже нашла себя там, да. Даже мне говорили, ты прямо, у нас открытые уроки, ты прямо как артист там. Я говорю, ну я не знаю, вот так вот получается, понимаете. Ну, друзья мои, вы представляете, вот смотрите, балерина... Она стала учителем математики, но любовь к балету, она живет даже в математических формулах. Да, Алла Константиновна? Да. Вторичность, понятие функция, аргумент, что первично и что вторично. Вот так. А что первично, Алла Константиновна? А вот знаете, первично, вот многие философы говорили, материя или дух. На протяжении 2 лет они все говорили это, а потом сказали, что это едино целое, понимаете? Вот оно и то, и нельзя сказать, вот, понимаете, что оно вместе все, вот. Алла Константиновна сказала дежурство, я вот, видите, я уже и забыла, что это было, у нас таки это было, потому что мы потом перевели это просто на общение по телефону, не обязательно это дежурие в офисе, как бы программа незабудка, да, мы помним о вас, вас давно не было, мы бы хотели узнать, все ли у вас в порядке. Мы это продолжаем, но уже просто из домашнего телефона. Алла Константиновна всегда всех обзванивает. Вот, если какие-то общие мероприятия, это ее задача. Если посещение театра, это тоже Алла Константиновна. Она тоже обзванивает. Она любит театр, и, конечно же, вот это одна из ее приоритетных задач, вот, собрать группу, чтобы посетить театр, потому что это должно быть количество людей, количество мест ограничено, извините, да, вот, и, конечно же, здесь мы всегда полагаемся на Аллу Константиновну. Какие-то акции, спасибо, Алла Константиновна собирает всех людей. Когда-то у нас была такая ситуация, когда необходимо было дежурить в больнице, к нам обратились... одинокая женщина, не было родственников, нужно было проведывать. Мы составили график дежурств. Каждый из нас определил, кто, когда, во какое время. Вы знаете, все проходило слаженно, спокойно. Вот. И, конечно же, я благодарна всем нашим волонтерам, потому что
в общем-то, их присутствие очень повлияло и на более качественную работу, наверное, я так бы сказала, и отношение к этому человеку. Тоже это немаловажно. Да, это было уже у нас давно, но, тем не менее, эту функцию мы выполняем и по сегодняшний день, в том плане, что если человек попадает в больницу, конечно же, мы стараемся проведать, потому что это уже наша семья, это уже практически члены нашей организации. Алла Константиновна занимается подпиской. А подписка газет, да, вот нашему коллективу, да, ну, это очень просто. Все, да. Она приносит, она получает эти газетки, она их приносит, эти газетки. Ну, потом мы разносим их по своим подопечным. Да, подопечным. Ну, Алла Константиновна, да. А просит вас почитать газету. Не всегда есть возможность, даже вот вы принесли газету, а человек просит, Алла Константиновна, ну почитайте мне, что здесь интересного? Ну я просто лучше расскажу, вот так вот бывает. Очень многое зависит от настроения человека. Правильно, правильно, от настроения. От, ну, понимаете, от... Надо так всегда строить, жить. Ну, конечно, чтобы настроение было хорошее, но это тяжело бывает. Но... Конечно, когда все хорошо, все вот. Ну, когда все хорошо, Алла Константиновна, и дурак может быть в хорошем настроении, да, телезрители, согласитесь. Вот суметь в хорошем настроении пребывать, когда трудности, вот это наши герои этим искусством овладевают и по сей день, да? Да. Так. Вы знаете, у Аллы Константиновны есть уникальная методика лечения. То есть у нее принцип «жизнь без лекарств». Поэтому она говорит коленям «здоровые», сердце «здоровое». Она им дает установку, понимаете? Слышите, она говорит «не болеть», она говорит «здоровое, здоровое сердце». Да? Нет, я, например, говорю, ну, я много читаю книг, там, йогаски, и там написано, что клетки наши слышат. А раз вы слышите, я буду с вами разговаривать тогда. Я буду с вами. Я встаю и что-то так поговорю. У меня нормальное давление. У меня нормальное давление. И вот я повторяю до тех пор таким твердым голосом, и у меня все проходит. Многие мне не верят. Может быть, это случайность, я не знаю. Но пока что мне это помогает. Но я вам хочу сказать, Алла Константиновна, вы так твердо сказали, у меня нормальное давление. Не знаю, какое у меня давление, но я думаю, что сейчас у меня нормальное давление. Вы знаете? Ну вот, ну не каждый это поймет, понимаете? Ну ты что, Ну, не каждый поймет это, понимаешь? Вот. А иногда так приходится, и берешь подушку. Ну, я сама живу, вот, беру подушку, и нужно как-то, вот, понимаете, вот такое сотрясение, все вот, бывает такое. Проходит, уходит все, мои клетки слышат. И сердце бывает, я начинаю массаж делать. Мое дорогое сердечко, я тебя люблю без конца, люблю. Все проходит. Каждый человек... Вот из сидящих здесь рядом со мной готов поделиться своими секретами. И Алла Константиновна сейчас делится с вами своим секретом. Я делюсь. И я думаю, что вам ничего не стоит, чтобы проверить и сказать, что у меня нормальное давление. Да. И вот да, говоришь, что, ну, смотришь в зеркало и говоришь, и вспоминаешь. Ну, я читаю, что так нужно делать. И я делаю так вот. Алла Константиновна, вы приходите к своим подопечным. Человек в плохом настроении, с высоким давлением, с больным сердцем. И говорит, Алла, все плохо. Что вы говорите? А я говорю, улыбнись, и все, и не обращай внимания, все. Вы знаете, наверное, для того, чтобы прийти к такому позитивному отношению и мудрому отношению к себе, к своей, к жизни, к тем, кто рядом с тобой, проходишь очень сложный путь свой жизненный. У Аллы Константиновны было много потерь. Алла Константиновна, когда вошли немцы сюда, в город Николаев, у нее на глазах повесили мать. Это была ужасная трагедия, это грустно вспоминать и страшно вспоминать, но тем не менее это было. Отец был на фронте, отец погиб, да. И Алла Константиновна всего в своей жизни достигала сама.
Да, в этом отношении она большая умница, и поэтому она вдохновляет других. Она не только вот нас всех убедила. Я, кстати, первый раз слышу тоже, что вот, скажите, нужно говорить нормальное давление. Я теперь это буду применять. Спасибо большое, Алла Константиновна, как-то много слышала. Но действительно, я с вами соглашусь, что действительно такие установки дают хороший результат. Более того, все наши волонтеры, они оставляют настроение свое дома. Да. У нас вот написано, да, не разрешай себе плохое настроение, это неприлично. И мы это четко все знаем. У каждого из нас бывают разные ситуации в жизни. Знаете, наверное, этим наша жизнь не интересна. Чем сложнее ситуация, тем выше квалификация. Правильно? Поэтому здесь люди, которые решают сложные задачи, но никогда не остаются в стороне. И я уже повторюсь, мы... Когда началась ситуация в Украине, наши волонтеры все откликнулись, и Алла Константиновна тоже вот в том числе. Связанные носки она сама относила, связанные носки в... Сейчас связала крючком, да, отнесла, да, воинам нашим, да, своим трудом все, да. Ну, вот так вот живем, понимаете, как получается. Но сейчас, конечно, уже, может быть, оно не настолько эффектно, понимаете, потому что, ну, все равно бежишь сюда, ходишь, все зависит еще. Говорят, рыба вянет в голове. Какая у нас руководитель? Это 90% успеха. Если мы видим, что она старается, она находит каких-то людей, то она находит какую-то художницу, то она нашла инструктора по йоге, то она нашла вас. Вот она, где она их находит, понимаете? Я не знаю. Это все зависит от руководителя, понимаете? Мы ей очень благодарны. Очень. Я лично. Она вот тоже, она поддерживает, она все хорошо, ничего. У нее все одинаковые, все. Это не человек тоже, это она везде. Это очень важно. Очень важно, понимаете? Анатольевна, нельзя отказать, вот я к этому. Понимаете, такой человек, которому отказать, вот ты можешь, не можешь, но ей, вот лично я, отказать совершенно не могу. И она меня сюда привела, и мы познакомились таким образом, что это был, как там назывался? Реабилитационный центр, отделение. Для пенсионеров, я уже была на пенсии, и там подлечилась. Наталья Анатольевна там лекцию читала для таких пациентов тоже. И вот когда я послушала, как она читает... А потом мы, ну, в общем, мой приход сюда – это просто реакция на человека, на этого. И с тех пор, вот я же говорю, я не могу, но если что-то надо, значит, отказать невозможно. И именно потому что, может быть, другому человеку я бы в какой-то ситуации отказала. Ей невозможно. Просто знаешь, что она вся выкладывается, да. И ну, это даже трудно и объяснить. Это очень спасибо важно. Большое. Я прошу прощения, вы знаете, все-таки я убеждена, знаете, почему откликаются, почему не могут отказать? Потому что все дела нацелены на добро, на помощь друг другу. На помощь тому, кому сейчас еще хуже. Правда же? Вот я думаю, это не потому, что... Я думаю, потому что больше объединяет вот тот фактор и та миссия нашей организации. То есть создание условий для здоровой, гармоничной, благополучной, успешной, активной старости. Вот я так думаю. Я считаю, что вот трудности, они должны быть. Вот вы должны их преодолевать. Вот, преодолевать трудности, потому что жизнь, вот читаешь романы, что там богатые, почему шуты сейчас, нет шутов, ну, шуты были, развеселить всех вот этих принцесс, понимаете, вот им резали вот все это, они находили себя... А у нас трудности, мы их все преодолеваем, все преодолеваете и ищите что-то хорошее. Вот я придерживаюсь тоже этого мнения.
І я сподіваюся, друзі, що ви зарядились цією доброю енергією, яку наші герої дарують усім. Що день завтрашній нам готує, почуємо зараз. Я, Ані Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 8 лютого – Собор новомучеників і сповідників Церкви Руської. Поміновіння усіх, хто постраждав за віру Христову під час гонінь ХХ століття. Також ми згадуємо пам'ять Єфрема Сіріна. І примічаємо, якщо сильний вітер дме на сиру погоду –